было обязательно начаться. Шумит в голове у Максима Чемезова. Это нокаут, тут можно не считать ничего. Но зачем судья считает? Нужно останавливать. Да, нужно останавливать бой и призывать врача скорее. Да, вот врач сам подошел. Да уж, все, до сих пор он нокауте боксер, посмотрите. Очень тяжелый нокаут, эффектный, но, конечно же, не позавидуешь Максиму Чемезову. Сейчас там режиссер покажет замедленный повтор. Да, прям как тот бой Майка Тайсона. Когда он впервые стал чемпионом мира, помните, его соперник вставал и падал, вставал и падал. Страшнейший нокаут на самом деле. Вот посадили. Четвертый удар в этом раунде справа. И уже не берусь сказать, какой за весь бой. И снова, ну вот где левая рука? Пытался защититься правой, но, естественно, это не получилось. Очень тяжелый удар пропустил сейчас Максим. Но ведь посмотрите, он сразу стал вставать. Ничего не понимая. Находясь в бессознательном состоянии. Причем до этого еще Шерзод провел основательную арт-подготовку. И мы видели, как... Они накопились, эти удары, просто-напросто. Ноги подкашивались у Максима Чемезова. Терял он баланс. Но пошел в атаку и вот нарвался на завершающие действия со стороны Шерзода Хусанова. Причем который одержал свою... больше в ухо, посмотрите. 16-ю победу на профессиональном ринге и 8-й нокаут. Ровно 50% побед досрочных. Ну и вот так вот эффектно вернулся он в ринг после отсутствия 2,5 года. Да, вот после таких пропущенных ударов нужно обязательно, ну и сейчас обязывают каждого боксера и каждого менеджера проходить томографию мозга, энцефалограмму черепа. Потому что, мало ли, как там, как среагировал мозг, не лопнул ли сосуд в голове. Когда боксер уже начинает снова тренироваться и входить в медобследование к следующему поединку, вот тогда и выясняется проблема. Ну, тут до тренировок еще далеко, я думаю, Максиму. Конечно. Нужно восстанавливаться. Тяжелейший нокаут и тяжелейший бой для Максима. Выходит все-таки он в центр ринга. Бой зрителям, посмотрите. Мы слышим аплодисменты. Время остановки боя 2 минуты 33 секунды третьего раунда. Победу нокаутом одержал. Аплодисменты Шерзоду Хусанову. Очень доволен он тем, как закончился этот бой и как он его провел. Ну и провел он его действительно, не дав усомниться в своем мастерстве.